Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья. Я сегодня прибыл на одну из многочисленных уральских рек в надежде половить хариуса. И сейчас потихонечку продираюсь к водоему. Река довольно-таки большая, достаточно широкая, поэтому надел забродные штаны. Не исключено, что сегодня будем ловить забродку. Очень надеюсь на то, что поймаем хороших рыб. Ну, собственно говоря, давайте начинать. В общем, ребят, как вы, наверное, уже заметили, картина совсем безрадостная, потому что уровень воды выше нормы, наверное, сантиметров на 20, и вода достаточно мутная. Где сейчас искать рыбу, я вообще ума не приложу. Мы немного поупираемся, кто знает, может, все-таки найдем, кого-нибудь поймаем. Есть! Тот, за кем мы пришли. Я знал, что он тут есть. Рыжок. Ура, 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 ура. Клюнул вот на такой вот мэпсик. Нулевочку. Мэпс Black Fury с красными точками. Тут рыбки больше не было. Сейчас попробую чуть повыше подойти. О, хороший. Хопа. Прямо четко из-за камушка. Я знал, что там он должен быть. Рызёк. 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 О! Четко. Ух, какой. Ух, какой красавчик попал. Смотрите, ребят. Ух, из-под бревна. Ух, красивый. Не везде вдоль реки можно пройти, поэтому приходится вот и по зарослям шиповника проходить. Главное руками не трогать, иначе сразу же занос целую кучу. О, смотрите, ничего себе. Тут было гнездо. Смотрите-ка. О, как. Какое красиво лежащее дерево в воде. На половине реки. Сейчас попробуем прокинуть. Попался. Хорзючек. Хопа.
спят, а что ли. На дереве растут. Пора организовать привал. Взял я сегодня с собой вот такой вот паёк, огуречек, хлебушек и термосок для еды. А там у меня рожки по-флотски горяченькие, представляете? Вот такая вот красота. Вот так вот называется термосок. Широкий такой. Классный. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Тут тоже такая штука интересная есть. Это как бы миска. А это пробка. И в ней, смотрите, ложка. Первый раз, если честно, такое вижу. Но, блин, мне так понравилось. Такая вообще... удобно, и не посеешь нигде, не потеряешь, и всегда с собой. Стряхнусь. Ух, класс. Рожки-макарошки. Была поклевочка. Все-таки попал. На проводочку сверху вниз. Клюнул все-таки. Позарился. Ребята, что-то клюнуло хорошее. Ух, какой хариус. Вот это да. Красавчик какой клюнул. Вот это да. Какой красивый, большой, сильный. Ух. Лепота, загляденье. Постепенно продвигаясь вниз по течению, и облавливаю широкую акваторию. Иду медленно, забросы делаю часто, то есть как бы максимально нацелен на результат. Хариус есть, он плещется, но, к сожалению, блесну он практически игнорирует. Вот. Ну, хотя, если будет крупный, то 100% клюнет. О, есть. Ух. Ой, хорош. Ой, пойдет. И отцепился от блесны сразу же. Красавчик. Красавчик. Хариус, конечно, вообще привередливый. Бывает, ткнет на одну блесенку и все, больше клевать не хочет. Бывает, блесенку поменяешь, снова забрасываешь в это же место, опять не клюет. Меняешь угол, то есть, допустим, вот так вот покидал, он там клюнул. Спустился вниз по течению, кидаешь вверх, блесну, получается, ведешь по течению, и он тогда только клюет. Очень хитрая рыба, разборчивая, привередливая. В общем, ловить хариуса на спиннинг — это занятие творческое. Вот сейчас мы в это место будем подкидывать. Отбивает струйка. 100% там хорузек стоит. Даже если он не возьмет, но он 100% там есть.
Ага, вон там он всплеск был сейчас. Я же говорю, он тут есть. Отцепился от лисенки. Ух ты! Попал, какой хорузо хороший! Опа! Вот так. Прям у берега воткнул. Ну, красавчик! О, попала. Попала рыбешка. О. Крючок. Крючок, 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 крючок. Есть. Попался. Только камеру выключил, сразу попался. Ну что, друзья, товарищи, подошло к завершению мое сегодняшнее путешествие. Находился я, во, прошел пешком примерно километров, наверное, 9. Вот, смотрите, что нашел. Стоит тут такой на дорожке. Поймал рыбку, покайфовал, подышал свежим воздухом. В общем, прочистил голову от городской суеты. Чего, в принципе, и вам желаю, почаще выбираться на рыбалку, на природу. Ну, а у меня на этом все. Пора мне ехать домой к семье. Увидимся с вами в следующих видео. Грузди. Пошли.